Итак, дорогие друзья, сегодня мы занимаемся сексом с шизоидкой. В чем суть шизоидок? Блин, красивые мне все попадались шизоидки. Классные, прям люблю их. Ну, во-первых, опять же, вот многие путают стероидок и шизоидок. Не путайте их, друзья. Проведите аналитику, как я вас учил в предыдущих видео. Но в сексе будет что? Она будет откровенна в сексе, в отличие от истерички. У нее, как и у истерички, может наблюдаться, смотрите, какая картина. Она точно так же может вносить разнообразие в секс. Но только разнообразие по тому типу, который ей нравится, который сформировался в ее мозгу. Она не будет ничего отыгрывать. Но из-за того, что есть своеобразность мышления, из-за того, что вот она вся такая сякая, значит, подумала, вот, что 50 оттенков – это круто, она прям очень глубоко или ну, не очень, но обычно они глубоко погружаются, допустим, ушла в БДСМ и, в общем-то, решила, чтобы вы вот ее связали, наказали, значит, и она действительно будет от этого получать удовольствие. Но какое отличие от истероидки? Если истероидки мы можем, допустим, что-то внушить и плавно, там, показать ей какой-то красивый видеоролик и поиграть с ней завтра в, значит, школьницу, послезавтра в медсестру, послезавтра в БДСМщицу, то если шизоидка решила, что это БДСМ, это будет только БДСМ. И все. И все разнообразие, оно будет крутиться и вертеться вокруг, допустим, БДСМ. И здесь внутренний мир будет в это направлен, будет развита какая-то глубокая философия, так как, скорее всего, она уже доверяет вам, так как занимается с вами сексом. Она будет как-то рассказывать свои умозаключения из этого. Она может даже за едой, да, с вами обсудить какие-то проблемы, да, которые ее беспокоят. Она может сказать: дорогой, а вот ты знаешь, я бы хотела, чтобы ты сегодня на меня пописал. Да. Вот я так решила, и я решила этого долго думала на основании того, что сегодня, значит, Марс в Юпитере, и так как я занимаюсь именно космической БДСМщиной, я бы вот хотел, да, чтобы на меня пописали сегодня. Ну, я утрирую, опять же, но вот эта вот тема есть. То есть очень глубокое погружение в тему БДСМ, еще и, допустим, с внесением каких-то своих, ну, к примеру, космических мировоззрений, да, там, вот, значит, именно этим будет отличаться секс с шизоидкой. Ну, разнообразие будет или нет, опять же, зависит от того, есть погружение, да, в тему секса, или, может быть, она вообще погружена в какие-то другие вещи, которые ее отвлекают от темы секса, тогда разнообразия не будет в сексе. Вот, поэтому тут очень все индивидуально, но опять же путем бесед можно заставить в этом человека дело погрузиться, если вы хотите сделать секс с шизоидкой более разнообразным, но не сотворите монстра, дорогие друзья, не сотворите монстра. А с вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness, и да пребудут с вами оргазмы.